люди считают Библию заумной, даже нудной. Желая рассеять недоразумение, мы объявляем этот год годом обновления как веры, так и ритуалов. Вот, например, распятие. Да, это исконный символ нашей веры. Однако Святая Церковь решила отринуть устоявшийся, но слишком мрачный образ Спасителя на кресте. Иисус пришел на землю не пугать нас. Он пришел нам помочь. Христос-бодрячок. Исходя из этой роли Господа, мы разработали новый мажорный символ. Я рад представить вам первое из многих запланированных на этот год прикольных новшеств проекта католичества. Это круто! Итак, ликуйте!